Привет, вас. Как правило, каких-то таких, знаете, универсальных средств, универсальных способов, да, универсальных рецептов нет и быть не может, потому что очень многое зависит от психологического портрета вашего, от психологического портрета мужчины, от того, как человек воспринимает вас, как вы воспринимаете его и так далее. Понимаете? Поэтому для начала я бы рекомендовал вам все-таки рассказать немного о себе, о том, какой мужчина у вас, какая женщина вы сами. Вот. И, соответственно, как вы друг перед другом сейчас выглядите. Это первый момент. Второй момент, который я хотел бы донести до вас, это то, что какие-то вот такие, знаете, унифицированные аспекты, все-таки, конечно, есть. Переходить нужно от самых первых, последовательно, постепенно, к самым последним. Значит, первое, о чем нужно сказать, да, первое, что нужно спросить, это как мужчина видит будущее свое. И рассказать ему о том, как будущее видите вы. Ну, то есть, как вам хочется будущее воспринимать и чувствовать. Вот. И так далее. Это первое. Второй момент. Это рассказать о том, чего вы хотите сейчас. То есть, например, допустим, вы хотели бы там, грубо говоря, да, там, например, семью, к примеру. Вы хотели бы, грубо говоря, например, там, ну, мужчину, да, вы хотели бы там, например, грубо говоря, там, отношения, вот, ну, к примеру. Все это, значит, к примеру. Ну и смотрите, соответственно, на реакцию мужчины, да? Как он себя ведет, то есть как он реагирует на это. Вот. Умный человек, все поймет сразу, вот, и либо с вами поговорит, либо пойдет на сближение с вами. Вот. Соответственно, человек либо недостаточно умный, либо которому на вас, допустим, плевать, да, он, скорее всего, отреагирует
значит, никак. Нейтрально. Вот. Дальше. Значит, если мужчина и на это не отреагирует, да, то есть если его и это не, ну, впечатлит, да, если, если его это тоже не впечатлит, вот, то после этого вы можете от него отдалиться. То есть вы можете от него отдалиться просто и прекратить с ним общение. Или просто общаться с ним, ну, как-то, вот, знаете, более холодно, может быть, более отстраненно, да, и так далее. Человек обязательно спросит у вас, что произошло, и на что вы ему уже и ответите, что, как бы, ну, что вы извиняетесь, но просто вы в последнее время, ну, там задумались, например, о семье, да, вот, задумались вы о том, что будет в будущем, что будет дальше, и, в общем-то, вам нужно время, чтобы рассмотреть свои приоритеты, ну, к примеру. К примеру, да? Вот, то есть пусть он на вас как бы не обижается, да, вы, соответственно, сами вот не знаете, что с вами произошло. Вот. Дальше идем. Значит, следующий момент. Следующий момент касается того, что если вы с мужчиной хорошо взаимодействуете, да, если вы с мужчиной хорошо взаимодействуете, то вы можете с ним сблизиться. То есть вы можете сами, например, напроситься к нему в гости, вот, вы можете сами предложить ему помощь с его делами, ну, например, домашними, хозяйственными. Вот, то есть вы можете смотреть, где человек, например, в вас нуждается, и дать ему то, в чем он нуждается, чтобы как можно больше, да, ну, как можно большее место занимать в его жизни. Вот. При этом очень важно, конечно, понимать, да, что если вы, допустим, будете это делать в ущерб себе, да, то ничего хорошего из этого не получится, конечно, потому что по итогу вы будете только ожидать, у вас будут по итогу только какие-то, ну, вот, у вас будут ожидания, постоянные от человека, вот, а это все-таки будет, ну, не очень такая позитивная история именно для вас, вот. А вот, в принципе, то, что можно вам ответить. То есть, я повторюсь, что для выработки именно вам, ну, какого-то вот индивидуального решения, да, именно индивидуального решения, необходимо больше о вас знать. То есть, чтобы вы вот четко рассказали, да, о себе, о своем мужчине и так далее, что ему нравится, что ему не нравится и так далее. Может быть, у вас слишком мало общего, может быть, у вас слишком
мало что объединяет. Вот. Понимаете? Если это так, то это необходимо скорректировать, да, то есть либо ему донести ваши интересы какие-то, либо ему донести ваши интересы, вот, ну, либо донести ваши интересы до него. Вот. Возможно, мужчине просто это выгодно, и если вы знаете, что он вот действительно такой человек, да, что имеет смысл просто перестать давать ему то, чем он нуждается. Но еще раз повторю, здесь все вытекает именно из психологического портрета вашего мужчины и вас самой. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. И если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.